11 августа сотрудники муниципального предприятия «Горэлектросеть» проведут плановые ремонтные работы на 62-й трансформаторной подстанции. В связи с этим будет отключена подача электроэнергии на 20 жилых домах. Электричество не будет с 13:30 до 16 часов. Отключение затронет жилые строения по улицам Свердлова, Лакина, Артема и Октябрьской. Номера домов, попадающих в зону ремонтных работ, опубликованы на сайте murom24.rf.